Оперуполномоченный старший лейтенант Шарапов для прохождения службы прибыл. Ну, здравствуй, Шарапов. Из отдела кадров о тебе уже звонили. Ну, в общем, мы тебя таким и представляли. Обыкновенный? Ну, правильно, нам и нужны такие обыкновенные фронтовые ребят. Чем занимаемся-то, знаешь? Убийство, бандитизм, грабеж. Это тебе, брат, не фунт изюму. Разведчик? Так точно, командир разведроты. Ну, тогда приживешься. Вот весной откроются курсы, подучим. Шарапов! Здорово! Жеглов моя фамилия. А ну-ка, со стула, отец Григорий. Я здесь поработал немного. Объяснил товарищу кое-что о нашей работе. А, я вижу, вы уже познакомились. Вот рекомендую тебе, Шарапов. Это великий человек Гриша Ушивин. Подпольная кличка 6×9. Непревзойденный фотограф и внук барона Мюнхгаузена. Послушай, Жеглов, мне твои оскорбительные выходки надоели. Если ты хочешь со мной поругаться... Да боже меня упаси, ты еще всеми нами покомандуешь. Садись, Шарапов. Садись и рассказывай. Ну что? Синька. Это свои, Шарапов, новый сотрудник, знакомьтесь. Шарапов. Николай. Синька, Тузик звонил. Так. Бандиты назначили встречу. Я скажу всем, до чего довел планету этот фигляр ПЖ!